В течение 3 дней комиссия президентского совета выезжала в кубанские города и станицы, где проводила приемы граждан и совещания. Губернатор края поблагодарил Михаила Федотова за высокую оценку деятельности органов исполнительной власти. Взгляд со стороны, ваш взгляд как профессионала и человека, который на самом деле принципом жизни избрал права человека, для меня очень важен. Насколько мы сегодня соблюдаем на самом деле законные интересы и права граждан. Это сегодня важно, потому что самый основной запрос сегодня общества – это на справедливость и объективность со стороны власти. И если мы не будем отвлекаться на этот запрос, то сегодня мы можем очень дорого, а может быть завтра уж точно заплатить за это. Главное впечатление, которое вот я лично для себя вынес, в крае изменилась общая атмосфера. Край стал более открытым. И вот мы работали вместе с главами муниципальных образований, и все они были абсолютно открыты, они были абсолютно готовы к сотрудничеству не только с советом, но и с жителями в решении их проблем. И отдельные проблемы мы просто решали мгновенно. Мы не контрольный орган, мы правозащитная структура. Наша задача, вы говорите о правовом поле, я согласен, но я делаю упор в словах «права человека», я делаю упор на слове «человек». Также председатель Совета по правам человека рассказал, что во время выездов в районы Кубани жители в основном задавали вопросы о земельном законодательстве и долевом строительстве. Многие проблемы удалось на месте решить с руководителями муниципалитетов.